то я, блядь, балерина большого театра. Я не знаю. У тебя сейчас салат будет на голове. На голове кстати, мне кажется, маска из помидоров очень даже неплохо повлияет на мое... Это типа... Ну вы поняли, короче. А вы знаете, что меня больше всего удивляет? Обычно тупые бабы начинают очень сильно громко ржать, когда я начинаю снимать, сука, видосы. В этот раз этого нету. Я хочу зафиксировать этот момент. Вот. И сказать, что... Все-таки вселенная показывает, что есть прогресс. О! Вот. Все-таки, да, для меня это удивительно. Обычно, когда я там где-нибудь снимаюсь в каком-нибудь бассейне, или просто там в клубе начинаю какой-нибудь там, знаете, там... Просто поднимаю так камеру, и начинается сразу какой-то движ или смех, то сейчас спокойно. Вот. Я прям реально думаю, либо это совпадение случайное, то, что типа нет такого дикого ржача, либо реально люди начали понимать, что мне похуй на них. Да? Они, наверное, чувствуют на животном уровне. Блять, десерт. Сука. Все-таки люблю я больше белую штуку.